Осторожно, тонкий лед. Спасатели проводят рейды на курских водоемах и предупреждают рыбаков об опасности зимнего лова. Максим Зимовский подробнее. О, все, вода. Гулять по тонкому льду смертельно опасно, а курским экстремалам хоть бы что. Мужчинам на зимнюю рыбалку не втерпешь. Глаза боятся, руки делают. Боюсь и не боюсь. Что вы думаете, совсем без страха, что ли? Проверка показала. Возле берега, где лед самый крепкий, толщина чуть более 5 сантиметров. В отдельных местах реки 3,5. Для одиночного перехода, человека средней комплекции, лед считается безопасным от 7 сантиметров. Если, как говорится, группа людей выходит, то лед должен быть не менее 12 сантиметров. В поиске несознательных граждан катер на воздушной подушке форсирует реку Тускарь. Для самых отчаянных – профилактическая беседа. Инспекторы центра ГИМС напоминают, перед выходом на лед с собой нужно брать веревку и так называемое спасало – палку с крюком. Если провалился под лед, сохранять спокойствие, как можно шире раскинуть руки и звать на помощь. Спасать пострадавших нужно как можно осторожнее. Быстро подползти, если нету никаких предметов на берегу, подползти к нему, протянуть там шарф, ремень, связать ремень шарфом, как можно больше соблюдая дистанцию. Или на берегу найти какую-то ветку длинную, палку, потом хорошо использовать лестницу, доски. Напомним, в этом месяце в Фатежском районе под лед провалились два мальчика, 7 и 9 лет. К сожалению, школьники погибли. Спасатели напоминают, не нужно рисковать жизнью, лучше подождать крепких морозов. Максим Зимовский при содействии пресс-службы Главного управления МЧС по Курской области.